Светлана, здравствуйте. Меня зовут Надежда, компания Maxi Markets. Разрешите задать вам несколько вопросов? Здравствуйте, Надежда. Разрешаю. Давно ли вы работаете на Форекс? Я работаю 4-ю неделю. Завтра будет 4 недели. Компания Maxi Markets. А почему в качестве Форекс-брокера вы выбрали именно компанию Maxi Markets? Я не знаю, так получилось. Вообще, я давно уже хотела попробовать себя в этой сфере, но все время как-то боялась. Вот. И вот так получилось, что, наверное, я просто уже стала готова к этому. И в этот момент мне позвонил Марк и предложил, нашел нужные слова. Я думаю, что это его профессионализм сработал, что я согласилась. Но, конечно же, не сразу, потому что я очень боялась, сомневалась. У меня было куча вопросов. Вот, я взяла небольшой тайм-аут и попросила перезвонить попозже, я почитала комментарии, отзывы в интернете, вот, и потом я согласилась. Конечно, еще были моменты, почему я согласилась, это потому что он мне предложил страховку 2 недели, и также предложил мне эксперта, и поэтому я согласилась. Светлана, довольны ли вы первыми результатами? Довольна. Я даже не ожидала, что будут такие результаты. Можете рассказать немного поподробнее о своем первом успехе? Ну, за первые 2 недели я заработала $1000. Угу. И сама я не ожидала этого. Для меня было это очень неожиданным. Вот. Сказала об этом некоторым своим знакомым, друзьям. Вот. Но до конца еще немножко так как-то сомневалась и решила, что пока я не выведу свой депозит, то буду очень аккуратна. Вот. И мой друг, который хотел тоже поработать с фондовым рынком, сказал мне, что когда ты выведешь свой депозит, я тоже попробую. Вот. Ну, вот, я его вывела, теперь он тоже клиент компании. Вот, так, да, довольна. А как вы оцениваете процедуру вывода средств? Ну, на самом деле, мне показалось немножко долго, потому что, наверное, я рассчитывала, что это будет быстро. Но вообще, все эти переводы, оказывается, что это очень долго, я просто не привыкла к этому. Uh-huh. И еще потому, что это был первый... Не так часто, видимо, бывают такие ситуации, что за 2 недели зарабатываешь $1000. И это там вот как-то вот, видимо, было немножко неожиданностью. Вот. Uh-huh. Сколько времени это заняло? В течение недели где-то неделя. Угу. А расскажите, Светлана, как вам помогает ваш личный менеджер? Вы уже его упомянули. Мой личный менеджер Дмитрий Адамов. Угу. Он помогает. Я постараюсь со всеми своими вопросами обращаться к нему. Иногда какие-то переживания, я обращаюсь к нему, он меня успокаивает, подсказывает. Я считаю, что он очень опытный эксперт. И как-то... На протяжении нескольких недель у меня доверие к нему появилось. Первое время, конечно, было очень аккуратно, я сомневалась. Вот. Сейчас уже у меня появилось к нему доверие, и мне он очень помогает. А с какими инструментами вы обычно работаете? Вы имеете валютные пары, да? Да. Я пока еще, у меня нет, я понемножку работала с разными валютными парами. Uh-huh. Еще со всеми не успела, естественно, вот. Но... Пока любимых у меня нет. А что вы можете сказать по поводу аналитики, прогнозов, которые публикуются у нас? Она вам как-то помогает в процессе работы? Ну, в основном я стараюсь все обсуждать со своим экспертом. Uh-huh. И все прогнозы, которые, как правило, вот он мне дает, они сбываются. Вот. Вообще сделки, которые у меня было открыто вот на данный момент, вот, сделок, все они закрыты в плюс. Uh-huh. А какую из услуг компании вы считаете наиболее полезной? Полезно, наверное, это то, что было в самом начале для меня лично психологически было полезно, то, что была услуга, страховка 2 недели, потому что мне было психологически спокойнее, то, что есть такая услуга, вот, и, наверное, эксперт. Потому что если бы не было эксперта, я, наверное, бы уже наломала дров. А что бы вы могли пожелать начинающим трейдерам?
я могу пожелать, хочу пожелать, чтобы они начинали минимум с 500 долларов, потому что это, когда начинаешь с 500 долларов, тебе помогает эксперт. И это очень важно, чтобы они начинали именно с экспертом работать. Вот. Также, наверное, пожелала бы, чтобы они... было терпение, потому что иногда у меня тоже не хватает его. И я звоню эксперту и говорю, что я мне порой хотелось уже закрывать сделки в минус, но он меня успокаивает, говорит, подожди, потерпи. Все, потом сделки закрываются в плюс. Вот. И, наверное, все время обучаться, не останавливаться, потому что здесь обучаться можно многому и долго. Вот. Светлана, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам дальнейших успехов и удачи.